По итогу матча, краткий итог, какие мысли? Ну, если так уж сказать, что мы проделали довольно-таки большой объем работы, и конец нашего первого сбора, да, можно сказать, в Латвии, да, была под подведением была игра, поэтому в целом игра оставила довольно неплохое впечатление. Вот. Посмотрели, какие еще есть, над какими моментами надо продолжать работать. То есть в целом матч с Торсом прошел хорошо. Ну, сейчас не хотелось бы там уже с первой игры вдаваться какие-то серьезные подробности. Вот. Но игра прошла, можно сказать, с настроением. То, что мы хотели увидеть, движение было в двух периодах, было довольно-таки хорошее движение. Вот. Ну и уже посмотрели, куда, что будем делать дальше, что будем двигаться вперед. Много удалений сегодня было. Готовы были к этому? Ну, к сожалению, действительно, да, было много удалений. Ну, я сейчас не хочу комментировать действия судей. Вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы судьи давали побольше поиграть. В целом сборы заканчиваются довольны тем, как команда поработала? Да, как я сказал, что если подвести итог сборов, то действительно команда потрудилась хорошо.